служит для человечества через 6 лет. Но эта система, она не способна меняться, она способна только повторять себя, только заслуживать. Поэтому, собственно, изменилось настроение людей, даже те, кто признательны Путину за 2000-е годы, они не хотят их повторения в 2010-х. Хватит, видели, все, надоел, надо двигаться дальше. Путину власти 12 лет. Еще 6-летний срок будет 18. Ровно столько длилось правление Брежнева, оно оказалось бесконечным. И путинские 12 лет, вот нынешний стаж, это брежневский 1976 год, когда начались вот все эти звезды герои, младшевские звезды. И Брежнев превратился в обыденное сознание столько героев. Ровно такое сейчас отношение Путина к Путину. Я уже говорил, вот как сейчас издеваются над очередной демонстрацией путинского ТОСа, так тогда, 30 с лишним лет назад, издеваются над очередной звездой героя Брежнева. Вся только разница, что один значит сейчас раздевается, а другой тогда одевается. Но эпопея Путина это, конечно, не одна из них. Если сейчас нет этого конфликта, то через 6 лет он может не появиться, когда все давным-давно закрыли. В Европе, кроме России, только Беларусь вот так полностью зависит от властолюбия и состояния здоровья одного человека. Вот в какой компании мы оказались. Мне в ЖЖ написали, до чего находилась страна, если единственное требование населения к власти – честность. И власть, если собирается сделать какие-то шаги, то считает, что она идет в власть. Ну а Путин не боится войти в историю прежнего 21-го века. Мне еще просили озвучить позже. Мы не оппозиция, мы народ. Вот озвучку плюс один. Это власть себе придумывает симулятор. Вместо народа – народный фронт. Вместо общества – общественная палата. Отобранные через эти самые президентские фильмы. Зато сейчас это осенью. Россия вышла на первое место в Европе по числу пользователей интернета, а национальный медиа надменно заявляет, что он в интернет никогда не заходит. Конечно, при такой ситуации можно считать официальные выборы, но результаты, да, предпочтениями, политическими воззрениями россиян. Если за народ считать народный фронт, так можно поверить и в 99,5% Единой России. Я правда не вижу другого пути, кроме объединения избирателей. То есть граждан, голосующих сознательно. Вот хоть через Facebook объединение. Я, ты, он, она и того 400 френдов решили, что вот он запишется на тренинги, будет наблюдателем, она юристка, будет иски подавать. Этот связывается с другими энтузиастами, скоординировались на уровне района, города. Если будет такой напор снизу, то общая структура сверху быстро сама появится. А напор снизу, он зависит от понимания того, что есть что терять. Это назначенная элита путинская, это номенклатура партии Журит и Фуворот, они единственные будут получатели от бесконечного сохранения статус-кво. Среди их распилов и отказов, все власти чиновников, беспредел силовиков, миллионы людей не получают шанса на самореализацию, на карьеру, на интересную достойную работу, достойную оплату. И все это среди разъедающей, растлевающей лжи и приспособленчества, в точности, как в поздние брежневские годы. Высоцкий про эту паску 70-х еще писал, что мы тоже дети страшных лет России, без времени не вливало в нас.